Мы же не обсуждаем детали изнасилования женщин. Понимаете? Это считается неприлично, это как бы удел высокой литературы, там Лимонова и Генри Миллера. Вы понимаете? А в нормальном для людей это как бы непристойно. Поэтому, но социальный аспект, это ваша обязанность как журналиста, сказать, что почему это случилось. Не вдаваясь в подробности, есть вещи, которых страшно рассказать, да? Но давайте поймем, почему. Куда смотрела какая-нибудь детская комната милиции, если она там есть, органы опеки. А вот вы обязаны подойти к руководителю местной социальной там опеки, сказать, а вот у вас тут ребенка изнасиловали, убили. Вы куда смотрели за этой семьей? Она будет на вас орать в ответ, или он там. На чем вы лезете, да вы не мешаете работать, да то да сё, там, до пятое-десятое. А вы просто слушаете, записываете, а потом даете в эфир. Нет, просто еще здесь вот... Ваша обязанность, я считаю.